Тут у нас горит торфяник. Мы боремся с ней. И... Всем привет. 8 часов утра. Я иду на сбор. Объявили мобилизацию. Наш пожар сегодня утихает. Недавно, после того, как мы ходили, прилетел самолет B-200. Он у нас тут работал. Основной очаг погасил. Ну, сейчас осталась такая работа, где надо следить за огнем просто. Сейчас мы поедем, посмотрим на месте. Вчера тоже был дым. Дым выходил оттуда. Говорят, где-то раз огонь вышел снова. Каждый день у нас ветреная погода, сухая. Личные такие. Это наша база. Наша еда. Тимба? Бань, нет, ты чё? А, ман, бадовостом улдар баппа. Бадовостом улдар баппа, ман. Здесь горит торфяник. Вот этой штукой бесполезно вот это тушить. Она еще всю зиму будет гореть. Ветер каждый день меняется, то с юга, то с севера. Сегодня северо-запад, ветер.
Нам надо, чтобы шел дождь хотя бы сутки. С весны у нас дождя вообще почти не было, пару капель только. Земля вся сухая, лес весь сухой. Вот такие торфяники может потушить только большой дождь. Я слышал, что в европейской части России нашей идут дожди, все топит, говорят ребят. Вчера я разговаривал с Сергеем, который меня отправил с Тульской области, Берсы. Он говорит, что нас топит каждый день дожди. Вот так вот. А у нас засуха. Уже какой год у нас засуха. Вот озера все обмекли. Вот озеро. Маленькое-маленькое. Вокруг там грязь по колено, по пояс. Туда не пробраться. Вот у нас кромка бульдозера. Из трактора сделал защитные и рвы. И мы вдоль вот так патрулируем. Делаем патруль. Короче, мы на дежурстве. Сидим, чтобы нигде новый очаг не появился. Если появляется, сразу тушим. У нас обход очень большой. Если делать круг, это будет больше 10 километров, около 20. Но это только половина участка. Отряд идет обратно, скоро обед. Сделали марш-бросок по кромке, около 5 километров. В той стороне нету даже дымка, там все в порядке. Огонь полностью локализован в северной части. Наша задача нашего отряда — делать дежурство вот в этом именно месте. Пожар шел вот в этом направлении. В той конце еще есть огонь. Вчера была дымка, но нас туда не отправили. Отправили сюда на дежурство. И мы не можем оставить вот это место. Мы слушаемся приказов, данных свыше. И я варто кулею под. Я не могу. Я не могу. Я не могу.
У нас горит торфяник.
мы боремся с ней. И наша территория, вот это самое большое проблемное место. Мы вот эти места пытаемся потушить. Вот торфяник, где-то слой около 60 сантиметров. И он тлеет и горит. Вот. Тушить руками бесполезно. Трактор «Беларус» работает плугом, обводит периметр, чтобы хотя бы дальше вот этого периметра огонь не пошел. Сегодня днем пару часов шел небольшой дождь. Он действительно небольшой, потому что почва, маленький слой почвы только увлажнилась. Глубже вода не пойдет. Вот облака уже разошлись. Больше дождя не будет в эти дни. Вот в другой стороне поля ребята работают с мотопомпой. Пруда берут воду. И вот так тоже тут торфяник везде горит. Так. Поголит дай мне. Я тебе не могу на то, как это выглядит. Самое страшное место после пожара. Огонь давно прошел, тут неделю назад. А тут, а здесь горит торфяник. Тлеет. Вот все поле. Вот это поле сейчас показывает даже на спутниковом снимке, как термоточка. Жесть. Вот такой пепел после торфяник. Вот все это торфяники. Очень большой. Вот все горит. Это торфяники. Очень большая территория. Вот плуг хорошо поработал. Поле спасли. Хотя бы часть.
Вот такая термоточка. Если приблизиться, вот сразу чувствуется тепло. Вот сейчас посмотрите, сколько там пепла. Вот торфяник. И вот все поле, оказывается, там посередине все поле горит, тлеет. И весь дым от торфяника. А так лесной пожар. Пожара тут нету. Вот это место, где прошел верховой огонь. Вот если посмотреть на дерево, вот на кончиках не осталось веток. У некоторых есть. Это означает, что огонь был повсюду. Сгорело все. Вот сейчас стоят антенны. Пройдет время, и тут будет все завалено. Вот эти деревья будут падать со временем. И все завалит. Так примерно все будет заваливать в протяжении многих лет. Вот эти все сгоревшие деревья будут падать, и этот лес восстановится, будет восстанавливаться очень-очень долго. Сотни лет потребуется, чтобы лес принял вот такое состояние. Тех ребят, я иду на свою базу. Мы здесь будем дежурить сутки. Сейчас вечер, где-то 9 часов вечера. Только что пришла водовозка. Сейчас будем заливать торфяник. И всю ночь будем следить за огнем. Мы здесь добровольно. Утром мы собрались 8 часов. Нам дали еду в коробке, 2 бутыли по 20 литров воды питьевой. Мы находимся в 8 километрах от деревни, в принципе недалеко. 2 раза еще подвозили еду в обед и после 5. Сейчас будем работать. Мы поставили там палатку. Днем шел дождь пару часов. Сейчас вот облако уходит. Становится ясно. Вот тут так прошел огонь верховой. Вся площадь вот этого пожара больше 100 квадратных километров, как показывает карта.
пожар полностью не локализован. Он все еще действующий. Торфяник будет гореть годами. Тю-тю-тю. Хорошо бы ее потушить, конечно. Но это очень-очень сложно. Вот в этом месте есть вот такой старинный склеп. Вот так в древности у нас хранили тойонов, как говорится, богатых людей, граф, что ли. Точно не могу сказать, кто здесь захоронен. Но обратите внимание, что только вокруг этого склепа растут вот такие белые цветочки. Нигде больше в поле нету вот таких цветочек, только здесь. Вокруг вот этого склепа. Близко подходить не буду, заходить не буду. Не хочу тревожить этих духов. Мало задней дыши, пацан. Маши, за полора я штахал. А вы на рангал рестера, которая гидера, ута бара турера ваши. Столба.
Время 1:00 ночи. Начинаем ночное тушение. Боремся с нашими торфяниками. Будем заливать. Сейчас ночь, температура где-то плюс 10, если не меньше. И очень густой туман выходит. Вот половина туман, половина дым от торфяника. Дышать, в принципе, не трудно, потому что тут дыма не так уж много. Вот 70% это туман. Выходит из реки, из озера. Приехали на ночную заправку Сайгак, объем 8 кубов, одну цистерну около часа она заливает. Все, потом на заправку. Время 2:30 где-то, скоро будет солнце. Тут у нас волонтеры соседнего села Шея. Ребята молодцы. Большой объем работы делают. Приехали со своей мотопомпой. Кружку забыли у нас. Привез. Время около 3:00. Продолжаем заливать торфяник. Место забора воды
отсюда где-то пара километров. Если ехать недалеко, там специальный пруд, подготовленный для забора воды. Вот тут есть водоемчик, но там около 30 метров грязь, болото. Туда не пробраться. Вот такие ямки, которые прогорели. Мы их полностью, почти полностью заливаем, как бассейн, водой. Но все равно, как видите, вот дымка идет. Все равно там остается. Огонь идет очень глубоко. Вот это все пепел. По кромке работаем лопатой. Стараемся раскопать место, где идет уголек, и заново заливаем. Вот такая трудная работа. Так, ребята, у нас 0 градусов или даже минус 1. Посмотрите, все покрылось инеем. Это не пепел, а конкретно иней. Температура опустилась ниже 0. Это у нас лето называется. Дубак дубаком. Чтобы не замерзнуть, мы не спим, работаем. Вода закончилась, едем за водой. Солнце уже вон стоит. Попили кофе, тушим вот в лесной чаще. Есть там места, где идет дым, например, вот такой. Такие места со шланга поливаем. Время 9 часов. Наша смена закончилась. Мы ждем новую бригаду и машину, которая нас заберет. Мы работали всю ночь, вчера весь день. Короче, сутки мы честно отработали. Устал.
очень сильно устал. Сейчас поеду домой, буду спать. Машина приедет где-то в 10, наверное. Пока ждем. Ночью было очень-очень холодно. Температура достигала вроде до минус 1. Это как минимум, потому что трава накрылась инеем. Это аномальный холод в такое время года. У нас как бы лето сейчас. Было очень холодно. Хорошо, что я взял теплую одежду. Я особо и не замерз. Вот некоторые ребята у нас очень легко были одеты. Некоторые замерзли. Хорошо, что была палатка. Вот так вот. Сейчас приедет машина, и мы поедем домой. А еще хотел сказать, что почему мы работали вот тут на маленьком участке, а не там, где большой торфяник горит. Я вчера ходил туда, показывал. Ну, так вот, этот тот торфяник находится в той стороне вот полосы пожара, и она в принципе не грозит селу. Мы тут работали, потому что мы вот в западной части от пожара, ну от того места, где прошел огонь, и деревня у нас в западной стороне. Но чтобы огонь не пошел в сторону деревни, мы дежурим и работаем вот по западной кромке. Вот так вот. Вот приехала машина. Свежая сила. А мега гадит. Он это тянул. А ух. Вот и все, ребята, я пришел домой. Сутки прошли. Всем, кто смотрел до конца, спасибо. Всем пока, удачи, чтобы у вас не было пожаров.